Представляем вам новую коллекцию пижам в корейском стиле. Яркие цвета, милые принты и удобные фасоны – ваш идеальный выбор. Одевайся с нами в самые крутые пижамы и будь на шаг впереди в мире моды. Заказывай прямо сейчас на Wildberries. Хотите узнать о себе что-то новое? Пройдите тест по картинке, выберите понравившееся кольцо и загляните в ответы. Важное условие – не нужно долго думать. Итак, выберите одно кольцо. Кольцо номер один. Если вы выбрали первый вариант, то черты, которые отличают вас от окружающих – честность, преданность и ранимость. Вы трудолюбивы, отдаете все силы и душу любимому делу, и самое главное – получаете огромное удовольствие от работы. Всегда старайтесь поступить правильно, даже если это не в ваших интересах. Выбор второго кольца говорит о вашей любви к искусству и знаниям. Вы ставите в приоритет самосовершенствование ума и тела. Добиваетесь успеха в любом деле, которое выбираете. Обладаете способностью по-настоящему слушать других людей и понимать их чувства и потребности. Кольцо номер три. Вы – романтичная натура. Видите красоту во всем, даже в мелочах. Часто витаете в облаках и всегда верите в лучшее. Чувственность, эмоциональность и мечтательность вы цените не только в себе, но и в других людях. Вы считаете, что главное в жизни – это семья и друзья, поэтому стараетесь окружить их заботой и показать им свою любовь поступками и словами. Кольцо номер четыре. От окружающих вы отличаетесь добротой и терпением. У вас реалистичный взгляд на мир. Вы не строите иллюзий и воздушных замков, поэтому не расстраивайтесь, если что-то идет наперекосяк. Про вас можно сказать, что вы открытый, теплый и снисходительный человек, который никого не осудит и не обидит. Вы дарите чувство защищенности и безопасности. Кольцо номер пять. Вы не боитесь демонстрировать свои чувства, будь то радость или грусть, и всегда смело высказываете свое мнение, даже если никто его не поддержит. Склонны к постоянному самоанализу и часто переживаете из-за прошлых ошибок. Вы не любите, когда ограничивают вашу свободу и не хотите жить по навязанным обществом идеям. Кольцо номер шесть. Вы отличаетесь своей способностью справляться с трудностями в одиночку. Одиночество для вас – лучший способ времяпровождения, ведь в тишине и покое лучше думается. В компаниях же вы редкий, но желанный гость. Самым ценным в жизни вы считаете спонтанные приключения и путешествия, ведь именно они расширяют кругозор и закаляют характер. Седьмое кольцо говорит о том, что вы – яркая творческая личность. Вы решительны, общительны и оптимистичны, а ваше нескончаемое положение положительная энергия заряжает позитивом и других людей. Для вас не существует рамок и трудностей, только возможности, которые вы никогда не упускаете. Кольцо номер восемь. Выбор восьмого кольца говорит о вашей амбициозности. Вы уверены в своих силах и знаете, чего достойны. Именно поэтому вы прибегаете ко всем доступным способам, чтобы достичь поставленных целей. От других вас отличает неординарное мышление и желание изменить этот мир. Вы не из тех, кто пойдет за толпой, скорее тот, кто сам ведет толпу. Кольцо номер девять. Если вы выбрали девятое кольцо, значит вы в гармонии с собой и окружающими людьми. По натуре вы созерцатель и всегда замечаете что-нибудь необычное и красивое, даже в самых простых вещах. Вы наслаждаетесь тем, что уже имеете, и принимаете мир таким, какой он есть. А невзгоды вас не пугают, ведь вы прекрасно понимаете, что такова жизнь, и в ней сохраняется баланс между хорошим и плохим. Пишите в комментариях, какое кольцо вам понравилось больше всего. До новых встреч!